Когда все работает, налаживать нечего. Но если в ритме рабочего дня у вас вдруг выключится компьютер, надо будет срочно вызывать компьютерщика. Это весьма точное бытовое название сложной современной профессии. Наладчики аппаратного и программного обеспечения – настоящие спасатели айтишного мегаполиса. Сейчас специалисты любой сферы деятельности зависят от надежного программного обеспечения. А мы как раз создаем надежную работу всех систем, всех компьютеров в этой сфере. Без нас никакого прогресса не будет. Тех, без кого не будет прогресса, готовят в Краснодарском информационно-технологическом техникуме. Здесь работает ресурсный центр информационных технологий. Путь в наладчики аппаратного и программного обеспечения прост. 9 классов средней школы, 2,5 года учебы по профилю, и ребята попадают в мир неограниченных возможностей. В этой профессии в Краснодарском крае рост гарантирован. Мы работаем со сложной радиоэлектронной аппаратурой. В нашей профессии специалисты молодые очень востребованы. И любой молодой специалист, наладчик, пришедший на наше предприятие, имеет рост своей профессии и вполне реально и быстро может дорасти до системного администратора. По словам работников кадровых агентств, наладчики сейчас не только востребованы, но и хорошо зарабатывают. Российский атлас профессии определяет до 60 тысяч рублей в месяц. IT-индустрия ждет пополнения. Прием документов в Краснодарском информационно-технологическом техникуме до 25 августа. Подробности по телефону приемной комиссии 252 08 10.